Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Толокнов, я депутат из Петергофа. Если вы меня смотрите, значит, вы на моем YouTube-канале «Депутатский дозор». Сегодня мы с вами находимся у здания суда Петродворцового района. Значит, я сегодня туда иду первый раз. Это первое судебное заседание по моему иску. Иск о том, что я хочу принудить местную администрацию города Петергоф и главу местной администрации Егорову принудить к исполнению своих прямых должностных обязанностей и не улынивать от них. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Конечно, приходится тяжело, потому что первый человек, когда идет, он всегда пробивает вот эту тяжелую вот эту стену такой заскорузлости такой и противодействия. Значит, совсем недавно, год назад, когда мы стали депутатами, нам удалось пробить, и теперь вы можете смотреть наше заседание в прямом эфире, заседание муниципального совета. Совсем недавно еще депутаты, которые привыкли просто поднимать руку, и они были, по сути, просто назначенные. А теперь они уже сидят по 4-5 часов и с нами там чего-то обсуждают. И я хочу сказать, что будь по-старому, конечно, вы бы не узнали об этих 50 миллионах, которые текли из нашего бюджета. Все бы это бы администрация и руководство нашего муниципалитета, я думаю, от вас бы просто скрыло. Значит, сегодня мы идем на заседание суда, посмотрим, чем оно кончится. Продолжение следует. Спасибо.